Тебе нравятся легкие закуски? Конечно же, в Корее их тоже любят. И сейчас я расскажу вам о самых популярных корейских закусках. Это креветки кан. Это одна из самых известных корейских закусок. И поэтому, куда бы вы ни пошли, находясь в Корее, вы найдете креветки кан. Креветки кан – это ароматные креветки. Конечно же, дети едят креветки кан, но главными потребителями креветок кан являются абсолютно все. Мамы, папы, дети, дедушки – все. И если вы бывали в Корее, вы определенно должны были слышать о них. Возможно, брали их как закуску к пиву. Так, а на очереди у нас ирийский хоумран. Ирийский хоумран названы в честь этого персонажа. Внутри упаковки ароматные ириски. Как смешно. Они похожи на обычные ириски, но только с карамелью. И если вы приехали в Корею с детьми, то обязательно попробуйте это. Это тоже одна из самых известных детских закусок в Корее. И называется она пуша-пуша. Пуша-пуша означает «ломать». Итак, мы должны поломать ее. Внутри упаковки что-то похожее на рамен. И поэтому мы ее так трясли и ломали. И эта закуска в основном предусмотрена для детей, без лишних добавок. Но если хотите, вы можете ее попробовать. Мне, например, нравится. А сейчас я покажу, как ее есть. Это лучшая часть. Это рамен. Видите эти специи? Добавляем их. Вот так. А теперь встряхиваем. Встряхиваем, трясем, ломаем. Хочешь немного? А теперь чисто корейские закуски. Вы можете найти их в супермаркетах. Это называется самгак кимбап. Попробуем кимбап. Ким – это сушеные прессованные листы морской капусты. Внутри упаковки уже готовое блюдо. Этот кимбап имеет форму припухлого треугольника. Упаковка специально подобрана таким образом, чтобы ее было легко открыть. Сейчас я покажу. Шаг первый. Снимаем это. Да, хорошо. Теперь это. Отлично. Теперь все готово к потреблению. Быстрая корейская закуска. А это кунджеран. Копченые яйца. Их вы сможете найти в супермаркетах Кореи. Они немного отличаются от обычных яиц. Вот, сейчас я покажу. Видите, какой цвет? Есть много способов, как и с чем их есть. В Корее они очень популярны. Если вы проигрываете в игре, вы получаете примерно такой же удар. Выглядит аппетитно, правда? Манящий. Вот такие вот в Корее закуски. Какие из них ты хотел бы попробовать? Оставьте комментарии к этому видео. Пока-пока! Озвучено группой Green Tea TV.